Друзья, маленький лайфхак, как прицепить кронштейн на стену, в которой ни хрена не хочет держаться. Вот здесь пеноблок такой с пенопластом. Конечно же, здесь ничего не будет держаться, это естественно. Значит, как вы видите, здесь на гаечках и на штырьках. Значит, ну, вам понадобится сварка. Очень крепко держится, вот он я, прям рукой хорошо держится. Ну и идем в другую комнату, смотрим, как же так получилось. И вот оно что в другой комнате. Единственное, что порвали мы чуть-чуть обои, но, ну, приклеим. То есть вам понадобится сварка, вот здесь штырь и здесь штырь, приварить. Ну и, собственно говоря, вот так вот стену сделать. Ну, телевизор у вас уже никогда не упадет, пока не отвалится сварка. Вот такой вот лайфхак. Ну, а ссылку на этот кронштейн, если кому-то понравился, я дам в описании. Все, всем спасибо, всем пока.